Всем привет, с вами Алексей, и это Among the Sleep, если кто-то еще не узнал. Это уже не демо-версия, это полная версия игры. Давайте постепенно начнем ее проходить. На удивление, она, кстати, вышла на русском переводе, не совсем переводе, и субтитры, там какие-то надписи, но не полностью в русской версии, какой-то странный перевод у нее на скорую руку. Но, надеюсь, ошибок в тексте не будет. Я еще в полной версии не играл, так что давайте посмотрим. О, что-то новое. Did you finish your drink already? Только ты еще и девочка. Careful. It might break. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Let's see. There and there. Perfect. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny footed pajamas. Ты страшна, блин, как смерть. Че, 2 годика он? Happy birthday, sweetie. Спасибо. Wow, 2 years today. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga 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 choo choo. Nom nom. Here it comes. Through the tunnel. Choo choo. Не-не-не. Фух, принесла. Кто нам портит праздник? Иди проверь. I'll be right back. Да-да-да, иди. Опа-на. Что-то вот со зрением плохо у девочки, я смотрю. Hey, you. Look what I found. Что ты нашла? I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? А почему наверху? Там какое-то особое место. Я хочу здесь. Я хочу здесь. Oh my. How much cake did you have? Сколько ты меня скормила, столько и съел. Сейчас тебе еще и отрыгну на спину. Гадость какая. Я теперь понимаю, почему это хоррор. О, прикольно. Крибли Студио. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Классно. Я понимаю, такую светлую комнату мы больше никогда не увидим. Крибли Студио представляет. Ну да, больше, видать, никто не помогал. Поэтому на слово «Presence» они выделили целую стенку. Among the Sleep. Прикольно, прикольно. О, я мог дверь закрыть, но не успел. Мама, ты, может, обернешься? Now let's see what's inside. Давай. Maybe it's a new toy. Может. Тебе лучше знать. Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Ауч. Надеюсь, это слышишь. Я тут одну фичу увидел. Неизвестная комната, чтобы подбирать предметы. В общем, что получается? Клавиатура и мышь у меня отключились. И джойстик был подключен. О, R1, короче.
Я буду играть на... Блин, на джойстике. Я даже не знал, что он джойстик поддерживает. Окей. О. Так, ребята, я буквально извиняюсь. Я реально не ожидал, что тут можно на джойстике, поэтому я сейчас усядусь поудобней. Сделаю чуть погромче. Поехали. Ага, ползком мы двигаемся быстрее. Карабкаться на крестик. Странные это звуки какие-то, если честно. Не помню, что в доме они так... На подушечку. Так. Опа-на. Нолик бегать. А, это наш Мишка. Hey, you found me. Привет. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Not much of a talker yet, eh? Фух. Не надо придумать имя. Да, да, да. Let's play a game. Давай. Ну а что будем играть? PlayStation есть? Я в PlayStation бы сейчас играл. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Какого слона? Розового. Come here. Turn around and cover your eyes. А escape это что, старт? There. You can look now. Ага, нужно было... Не знаю, чем так лаганул, но... Так, я кое-что изменю, хорошо? А, настройки... Управление, плавный обзор я уберу. Назад, мне кажется, из-за него я... Ну, фиг знает. Чё, мне интересно, искать надо? Так, ну ладно. Какая страшная игра. Где может быть слон? Розовый слон. Ах, вот же он. Нашел. You found it. Я нашел розовый слон. Вот он. Wow. Is that a music box? Does it work? Не знаю. That's a nice melody. Она должна крутиться, разве нет? Какие ленивые разработчики. Фига. Я спать хочу. Можно я поспать? Лягу. Или ничего? Нет, нельзя. What's this? Я не знаю. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Кошеньку вот этот труп запихали, но еще не труп совсем, инфинит, и он там дергается. Что? Что? О, что? Ты где? Я тебя потерял. Не пугай меня. А. How do you start it? О, тут кнопка есть, что. Round and round and round. Какая милая детская игра. Hey. Pick me up and carry me on your back.
I want to show you something. We need someplace very dark. How about your closet? Да! Шкаф, я вижу его. Я бегу. Мешает нам тут всякие вещи. Давай. Темные места, это заметя. Shut the doors completely. Так. Good. This will do nicely. Не ходь. I hope there are no monsters in here. Выпустите меня! Почему в шкафу проход? If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. Почему? You feel a little bit safer. У меня мурашки уже побежали по спине. Обними Тедди. О, квадратик. Ага. Окей. Это детский атлас какой-то прям. Ой, да ладно. Ты сам меня сюда притащил. Ты говоришь, что ему не нравится. Конечно, графон-то такой средненький. Ну ладно. Что есть, то есть. Все звуки странные. Какие-то вещи странные. Слышал? There you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. Ты не удивилась, что я убежала из клетки? Ну, убежала. Now, you can wake up early tomorrow and play О with боже, your Мишка сквозь твою сиську All проходит day. И все остальное. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world, and they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Good night, hon. Sweet dreams. Это сейчас начнется момент с домоверсией, наверное, да? Поедет это как ее кроватка. Ну да, вот она. Узнаю. Дайте мне мишку, суки. Не мучайте его, твари. Они изволокли его. Отлично. Я ползаю. Я не ползаю. Ну, в общем, пошли. По-быстрому сейчас пройдем этот момент. В принципе, все его увидели. Так, до ручки она не дотянется. Так, отсюда. Блин, там опять по этим канализациям ползать. Не люблю я канализации. Фу.
Гадость. Опа-на. А вот это странно. Вы помните, вот этот шкаф стоял раньше вон там? Немножко по-другому все выглядит. Thank you. Something's not right. We need to find your mother. Yeah. Нам нужно искать твою маму. Говорит нам. Говорит нам медведь плюшевый. Ой, да ладно. Кто нас может послушать? Мы ждите. Обычные дети. В обычном доме. Оп. А, будем на корячках точно. Так быстрее ползает. Молния. Помним, помним, помним. Уже не так. Да и страшно. На, блядь. Какие же тут звуки-то жуткие. Ну, хорошие, конечно. А-на-на-най-на-на-най. Так, тут у нас зашипит. Я помню, обосрался. Помню, помню. Так, нам нужен стул. Хотела испугать меня. Хотела остановиться. Можно выйти? Какие-то там звуки странные. Так, вот комната мамы. Туда нам не попасть. Типа она закрыта. Бежим в эту сторону. Ух ты, метина какая-то. Не помню, чтобы она тут была. И вот этого не помню. Так, потом понадобится медвежонок. Так, обнимемся. Тут немножко темновато. Что-то подвинулось. Пофиг, идем дальше. Идите в баню. Так, надо просто залезть наверх. Какая умная двухлетняя девочка, я вам хочу сказать. Мама! Мамочка, мамуля! Что? Какие-то странные звуки. Слышим пение мамы. Кстати, мы какие-то следы тут появились. Не помню, чтобы они раньше были. Там все в коробках. Так, окей. Поползли. Вся появится не хрень какая-то. А че я спойлерю? Ба-ба! Вдруг кто-то не видел мою дымоверсию, я тут спойлеры рассказываю. Ужас. Ладно, не страшно, потому что это все было в демке. Думаю, все ее видели, все знают. Открываем. Вот эта штука мне непонятна. Какой-то... Непонятно куда. Ух ты! Вот этого призрака не было раньше. Добавили, видать. It's her. But it seems
seems more like a memory. Прикольно. Мы слышим, как инвентарь. Какой инвентарь? О. Ух ты. А как мне выбрать? Фиг его знает, ладно, инвентарь есть. Есть, бог с ним. Ну что, на этом демо-версия у нас заканчивалась. Давайте посмотрим, что нас ждет впереди. Куда ж мы? Ух, ни хрена себе. Are you alright? Да, на канализацию это не очень похоже. What is this place? Эти мой маленький. Выпьем за тех, кто подумал, что ему только что пришло. Сообщите ВКонтакте. А так вот, опять я все позабыл подключать. Ужас какой. За лимб. A playhouse? What's that doing here? А вот все остальное тебя не смущает, да? Летающие острова там. И вообще непонятно что. И вообще где мы? Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Как я тебе смогу помочь? Ага. Давай, ползи. Давай быстрее, мне тут одному страшно. Whoa, look at this place. И что на него смотреть? Обычный домик сумасшедшего. Listen. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. То есть маму похитили? These are connected somehow. Ее похитили, она сидит там напевает песни. Медведь, куда ушел? А, о. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Ну еще три таких надо, что тут придумывать-то? Это же странная душа. It's rather small, but it looks like my paws might fit. Aha! It's a button. That's it. It seems like the memory you share with her unlocked the door. Oh, да ладно. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. I wonder where this will take us. And to be honest, it scares me a bit. But don't worry. Ему страшно, а мне, значит, не страшно, да?
Как на ноги-то ребенок хорошо перебирается. Давай, поворачивайся. Так, короче, поползли. This doesn't look too bad. I hope the memory is close by. Я тоже надеюсь. Вообще, что из-за воспоминаний такие? Где мы находимся-то? В пещере какой-то. Ой, это что такое? Фигню подобрал. А, стоп. Не уезжай. Пока что просто пещерка. Мило. Whoa, over there. It looks like another memory across that bridge. Ну, здесь там мы как-нибудь. Ну как-нибудь. Ну да. А, вот. Доберемся. О! По катушке. Is there a way up this tower? Я понял, мы типа в детском этом. Мало что ли, еще надо? Ну-ка. Да, походу нужно еще. Надо ползать, искать такие штуки мелкие, которые я подобрал. Явно вниз лучше не падать. Где садись вообще, ребенок может погибнуть? Если тут детей будут убивать, мне кажется. Кто-то будет против таких насилий. Слышно крики и визги. О, еще одна. Ну, в принципе, я так и думал, что его закроют. Медведь. Опа-на. Спасибо, Саша. Опа-на. Давай немножко неприятно, я вам скажу. Ага, понятно. Чуть мечиком не убили, твари. Ребенку 2 года всего. Честно. Я покататься могу? Хочу покататься на горочке. Поехали! Да, детка. Весело. Весело. Окей. Поползли дальше. О, на той стороне. И не просто переползти через это. Чё он не переползает? О, блин, типа иди в обход, да? Ну пипец. Кто-то подчёрдывает. Кого-то
несварение в желудке, походу. И туда можно идти, и сюда можно идти. И тут какая-то фигня есть. Так, еще буквально секунду. То, что там очень туго водится. На четверочку поставлю. Вот так получше будет. А то если там что-то резко появится за спиной, я развернулся-то не успею, чтобы обосраться. Какие забавные глюки. Ага. Вот если вот эти ящики отодвинуть. А двигает, кстати, она только стоя. Когда ты мелкий находишь, она не двигает. Интересно, я эту секретку нашел, как вы видите ли. Сюда реально нужно идти. Уи. Нас надо вначале заботиться, а потом уже остальных. Валим отсюда нахрен. Что это такое? Вот оно чё, выбрались. А если дальше пройти? Все, тут тупик. И стул. А, не стул. Скамейка, чтобы смотреть туда. Фу, хорошо, идем дальше. Ну, пока что нас не пугает всякими бугагайками, как в Алтасте. Пока что это больше напоминает квест. Немножко такой страшненький. Ну, да, как страшненький, я не знаю. Пока что он напугать может, наверное, только двухлетнего ребенка. О. Но. Все равно выглядит достойно, я хочу сказать. Так, там что-то нарисовано. Так, я не понял, чё? В общем, надо как-то его достать. Ну да, другого прохода здесь никуда и нет. А, сверху. Вот, эта штука. А что нам? Штуку эту достать нам чё, прям сюда что ли идти надо? Давай, парень. Если можешь. О, видали? Дерево насквозь. А, это не парень, девочка, извиняюсь. Давай, деваха, ты сможешь. Не, походу как-то по-другому надо. А, так вот же пенек. Что-то, мне кажется, не сработало. Давай, 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 падай, 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 падай. О, все, нормально. Типа так и должно быть. Тут офигел. Все, открылся, отлично. Все, и последняя где-то была. Где-то была она. Вот тут. Только я не понимаю, как ее достать. Где-то с той стороны. А, так вот же. Чё ж я затупил-то первый раз. Вот и все. Раз, раз.
И мы ее забрали. Давайте посмотрим, что там за рисунок. Может, он какой-нибудь познавательный. Мы на качелях. Все понятно. Ничего такого. Дети, это ужасно. Вот что я вам хочу сказать. Пищат, кричат, сопят. Ой, ужас. Вот и все. Проще пареной репы. Так, идем. Странности. О, боже, мозг какой-то. А тут у нас что? Это у нас обрыв, подстава. Странное место. Ну ладно. Еще мне почему-то это все напоминает Алису в Стране чудес, которая... Безумие Алисы. Что-то такое отдает. Велик тут какой-то. Ой, а чё она светится? Ну чё, вот новые воспоминания? Ну да, похоже на то. All right then, one more time. But that's it. Oh, finally. We must be getting closer. Вот оно, все на месте. А, и труба, это еще напоминает Silent Hill 4, где там тоже перемещение с этими трубами было. О, поехали. Приехали. We made it back. То есть ты рад тому, что мы вернулись сюда, а не в свой дом. I didn't believe in evil before all this. Now I'm not so sure. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Your mother. Да. She must be so worried about you. Наверное. But don't be afraid. You and me will work this all out together. Yeah, I know we will. Well, you know the ropes by now. О, надо было дождаться, когда диалог закончится. Странный какой-то. Место. Yes, she sounds clearer now, don't you think? Whoa. Come on, we have no time to lose. Watch your step. Ну как сказать? Прыгаем тут, прыгаем по трубам, как не знаю, как тараканы какие-то. Перемещаемся постоянно из точки в точку. Ладно, ребята, на этом я первую серию заканчиваю.
Если вам нравится, то поддержите лайком, там комментарий отпишите, как вам, интересно, неинтересно вообще. Хотите вы увидеть продолжение, как быстро хотите увидеть, если вы понимаете, о чем я. Ну что, всем спасибо за просмотр. Всем пока.